хорошему, без хорошей игре. Марин Томасов как же быстро развернулся и выдал передачу на Десподовича. Падение. Неужели пенальти? Да! Ференц Карако указывает на 11-метровую отметку. И здесь хороший. И Томасов, который выдал классный пас. И как же Десподович разобрался в этом моменте. Побежал по внешнему радиусу. Решил оббежать защитника. И выставленная рука, конечно же, в исполнении Недича, как я понимаю, да, это, по-моему, 6-й номер. Так и есть. Именно Недич свалил сейчас на соперника. Вот смотрите, да, Десподович выиграл момент, но... Падение-то состоялось в штрафной площади, а вот мяч находился за пределами. И на 11-метровый, правильно, отбив указывает все-таки. Янгбасы пенальти бар қазір. Енді орындайтын Рама Муртазаев секілді. Өйткені бірден қазір төреші сол пенальти орындалатын жерге жүгірген кезде Муртазаев өзіне жетіп барған болатын. Ешкімге бермей өзім орындайшы дегенде. Енді көрейік қазір Рама Муртазаев қақпаға соққы және көр. Есеп 1-0. Есеп 1-0 өте тамаша. Шабуылдың соңы нәтижелі аяқталды, жемісті аяқталды. Роман Муртазаев биылғы Еврокубоктық маусымдағы Астананың алғашқы чемпиондар лигасындағы голын соқты. Но сердце-то ёкнуло, когда Муртазаев пробивал этот пенальти низом в угол. И уже казалось, что Гильян может этот мяч отразить. Он угадал, куда же ударит 45-й номер Астаны. Давайте сейчас об всех этих раскладах поговорим чуть-чуть позже. Потому что... Кто же гол забил, друзья? Очень дружно, да, вот как-то разогревается Астана, разогревается столица, разогревается Астана-арена, но вот он, гол Романа Муртазаева, мы вновь наблюдаем, и совсем немного не хватило Кирилла.